Тема сегодняшнего урока – клей, гипсовый, монтажный. Да, знакомству с такой технологией отведен целый день. Сначала подготовить смесь, затем уже строить стены из гипсокартона. Стена у нас загрунтована, подготовлена. Все, накладываем. Мы учимся разводить специальную строительную смесь, которая будет наклейкой основой для гипсокартонных листов. Оказывается, можно листы не только прикручивать, но и приклеивать. Дмитрий Лебедь – эксперт нашего телеканала в сфере ЖКХ. Учится новому и рассуждает, вдруг в будущем коммунальщики станут оказывать и такие услуги. А Ярослав Махначев из «Вечернего Барнаула» впечатлен подходом к процессу. Но я не думал, что это все такое большое многообразие и по инструментам, и по материалам. Вот практически для каждой отдельной манипуляции есть свой инструмент. Мы, вот, грубо говоря, мы привыкли дома одним шпателем все делать, да, там широкие пространства, узкие пространства. Здесь есть для внутренних углов, для внешних углов. Если все это пройдете курс, вы можете полностью сделать, облицевать всю комнату, навесить потолки и сделать пол. А девчонок много? Хватает. Ну, меньше, да, чем один? Ну, конечно, девчонок меньше, чем парней. Но попадаются такие девчонки, которые лучше парней справляют свои задачи. Подкрепит ли статистику Анна Семина из «Комсомольской правды» на Алтае, покажет экзамен. Так что все на равных, хотя и строят пока общий дом. И, кстати, пройти курсы каркасно-обшивных конструкций может любой желающий. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости.